Привет, ребят! Привет! Вы на канале Рыбакит, но знаете, что у нас есть канал... Модная Катя. Модная Катя. Мы сегодня... Мы туда уже сняли 5 видео, но еще не опубликовали. 5 роликов. Мы их делаем с Катей, стараемся. И сейчас мы будем играть в игру. Катя, вы нам... спой. Катя... Катя, спой. Цветовые яблони и груши поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша. Выходила. Берег на круто. Как-то там так было, да? Ну, давайте так. Мы рисуем. Игра такая. Мы рисуем. Катю. Мы рисуем Катю портрет. Ну, вот так просто, как бы. Вот такая, вот такая. Мяу. Побольше так. Рисуй побольше ее, да? Такой ованчик. А вы нам скажете, как ее раскрашивать. Мы сейчас смотрим на Катю. Посмотрели. Такая вот у нее причесочка, да? Здесь такие ушки нарисуем. И вы нам будете говорить, как раскрашивать. Ну, глазки нарисуем. Вот так вот глазки, Катя, рисуем. Такие вот. Такие рыбки, глазки. И вы нам будете говорить, как раскрашивать каждую часть тела Кати, портрета. Шею так нужно нарисовать, шею. Улыбочку. Улыбочку как бы нарисовать, чтобы и губы твои видны были. Такие, да? Такие вот. Раз, раз. Раз, раз. Ну, такие губы, да? И нос. Нос тоже я отдельно так нарисую, Кать, чтобы его можно было отдельно покрасить каким-то цветом, который выберут наши зрители. Теперь нарисуем зрачки. Зрачки. Брови не забудем. Брови и реснички. Раз, два, три, четыре, пять. Катины брови, реснички. Здесь можно нарисовать косичку. У тебя косички сегодня классные. Так... Фризит стрим, ну извините, но сейчас гораздо меньше уже потерь. Здесь такие вот косички. У нас интернет не супер такой, знаете, чтобы совсем супер-пупер из-за этого. Ну вот так, мне кажется, похоже так на Катю, да, немножко? Такая вот она. Здесь такие волосики, здесь ушки. И сейчас вы нам будете говорить, каким цветом. Я буду первый вопрос задавать, ребята. Каким цветом мне раскрасить... У Кати рубашку, ее майку. Каким цветом майку Катину раскрасить? Ребят, вот сюда не смотрите. Ну, красные глаза. Красные глаза. Ну, глаза зеленые. Да, а как мы будем определять, кстати? Ну, какие, как захотим, как бы, собственно, какие тебе нравятся цвет? Ну, а давай так, пишу. Я первый задаю. Каким цветом... Нарисуйте лица зеленые. Ну, давайте так, сначала майку раскрасим. Каким цветом? Розовый. Давай розовый. Я буду розовый, а ты другим можешь раскрасить. Ты задавай вопрос следующий. Каким мне раскрасить? У меня нет майки. Ну, ладно. А вы пишите Катя и таким цветом. Каким мне раскрасить? О, каким... Катя губы. Губы. Катя губы. Я розовым раскрашиваю. Как синим вы... губы. Отлично. Это будет что-то интересное. Такой, я розовым раскрасил, теперь так, я спрашиваю, каким цветом мне покрасить волосы? Сейчас. Ирина пишет нам, что мы ей нравимся. Ирина... Розовым. Нет, розовым, ну как бы вы пишите, например, сейчас. Ваня, вот розовым волосы, но розовым уже я покрасил, мне не хочется розовым. Ну, всем нравится розовый. Кто мне помнит? Голубые волосы. Голубые волосы написаны? Нет, голубые просто написаны. Ну, давайте я буду голубым сейчас расскажу. А голуб... каким мне раскрасить волосы? Да, каким цветом? Ну, выбирай не, сейчас. Не, тебе... Каштановый. Это какой, значит? Катя с голубыми волосами, да? Это какой? Что? Вот так. Мы раскрашиваем масляной пастелью. Да? Ну, мне кажется, каштановый это вот этот больше. Ладно, у тебя коричневые волосы будут? Да. Ну, что-то необычное. Может быть, ты вырастешь и будешь краситься, да? Брюнетку это называется, брюнетка. Так, что еще пишет? Красненький. Вот как бы мы... Игра интересная, но как бы мы путаемся, что синим, что красным. Уже получается, извините, что мы уже Катю голубым сделали сейчас. Давайте так. Нужно решить, каким цветом лицо покрасить. Да, мне интересно, каким цветом лицо, зеленым. Кожу, каким цветом... Пишите зеленым, я хочу, чтобы меня изуродовали. Передайте вообще. Мне привет. Вика, привет. А, каким цветом покрасить Кате лицо? Изуродовать. А сколько Кате лет? 8. 8 лет, и она ходит во второй класс. Кстати, если вы подписываетесь на Катин канал, Модная Катя, то там вы побольше узнаете. Там она записала 5 фактов о себе. Любимые фильмы, любимые мультики, она что-то еще сделает. Ну, старые каким рисунки тоже. Каким цветом мне покрасить? Да. Ну, а пишите, лицо зеленым. Напишите к
это К и цвет или Б, да, и цвет? Ну, Катя, они просто пишут, Ваня зеленый, лицо зеленое, я все зеленым. Но я, извините, возьму светло-зеленый. Я не буду темно-зеленым тебя красить, как будто ты огурец. Ты такая будешь светло-зеленый. Знаешь, такие инопланетные. И мне зеленым. Нет, а ты другим. Катя не повторяется, у нее должен быть другой портрет. Ладно, быстрее, а то мне приходится ждать. Да, каким цветом Кате покрасить лицо? Мне вообще не зажжет. Сейчас ответят. Они просто как бы чуть-чуть медленнее, ну как бы отстает чуть-чуть, понимаешь? Ну как бы на несколько секунд отстает. Мне 8 лет, привет. А кто вам Катя? Кто мне Катя? Просто знакомая девочка, она крестница моей жены. Можно сказать... Мне... Катя желтый, ура! Катя желтый. Ну, кстати, тебе повезло. Да. Ты будешь красивее, чем у меня. Ну, у меня зеленым, извините, я покрасил, как вы просили. Прям я очень старался. Ясно, меня не любят. Как? Потому что не... Нет, вот написано, мы вас любим. В следующий раз нарисуем Ваню. Андрею и Родину привет, пожалуйста. Евгения. Так что привет, нам пишут, что любят нас. Так что Вань, Кать любят. Ваня. Ну как бы Ваня, вот эти Катя, у меня столько детей в доме, что я уже путаю их имена. Рому Павликом называю, Катю называю Ромой. Так, ну Катя, ты смотри, она красавица просто супер. Усы интересно подрисовать Кате или нет? Не. Пишите да или нет. Так, давайте так. Теперь, каким цветом покрасить ей губы? Мои, Ваня и цвет губ, говорите. Ваня и цвет губ, пишите. А мне каким цветом глаза? А Катя и цвет глаза, да. Ну, ты, мне кажется, такая красивая инопланетянка. Нет, у меня все мое, кроме... Я желтухой заболела. Ой, я надеюсь, в жизни такое не случится. Я знаю, что многие не хотят... Так, мне глаза пишите. Да, Кате глаза, привет-привет. Мне 10. Спасибо, что написала. Мы всегда узнаем, кто зрители нашего канала. Какого рода нам рисунки рисовать? Мы хотим, чтобы... А мне глаза. Делайте усы, Катя, нет! Катя, черные глаза. Черные глаза. Мы вообще, блин. Так, Катя, черные глаза. Вы очень классный канал. Спасибо большое. Что это? Так, красные глаза Катя и Ваня. Не, ну как... О, ну что это? Да, нет, я это исправлю, смотри. Не надо. Нет, я исправлю, ты не трогай, смотри. У меня есть специальный карандаш, который поможет тебе дать вот эти вот блики. И ты будешь как лол. Катя лол, смотрите. Так, а Ваня так губит такие. Так, привет, так они написали. Красные. У вас классные рисунки, привет. Надо Ване губы. Фиолетовые? Или написали? Нет, там фиолетовые Ваня глаза. Ну, фиолетовый. Сейчас я фиолетовый найду. Сейчас вот фиолетовый брал. А мне уже нечего тут закрасить. А ты кофточку нарисуй. Принесуй кофточку и тоже ее раскрась. Фиолетовые глаза. Слушай, ты такая красавица. Прям можно влюбиться. Отлично у нас получается. Ну вот я вот так вот даже чуть-чуть фиолетовый. Давайте, у меня осталось губы. Давайте. А у меня кофточка. Ваня и губы, да, у Кати кофточка, Катя и цвет, и Ваня и цвет тоже пишите. А сколько будет идти трансляция? Пока Кате не надоест. Вот прям давайте будет. Быстрее рисуем. Если Кате не надоест, вы ее будете развлекать своими комментариями, то может быть это продлится 10 часов подряд. Иногда у нас трансляция идет и по 3 часа. Инопланетянка, да, действительно, Катя. Нарисуйте Кате усы и назовите мое имя. Так, вы очень красиво рисуете. Черные губы, верхняя ночная. Катя. Чтобы не попасть. Катя черный и Ваня красный. Так. Так что, значит, нет. А, ты имеется в виду черные вот это вот губы, пожалуйста, синие губы, кофта пожалуйста. Кофта голубая, Катя. Кофта голубая. Ну, мне кажется, ну давайте синие. Ну, написали синие, значит будем, чтобы они нам говорят, что мы рисуем уже все по плану, а мы все не по плану рисуем, ребят. Буквально трансляция для того и трансляция, что мы рисуем прямо сейчас. Ну, вот такая у нас Катя получилась. Вот скажите, у кого похоже больше, вот это или вот конечно, это? Конечно, у меня подписано, все понятно. Помнишь, как Незнайка писал, говорит, а я тут подпишу. Помнишь, как он рисовал?
Ваня, сделайте красные усы. Ну, знаете, нет, усы я Кате не буду делать. Ну, такой у нас портретик получился. Катя. Ну, да, кстати, пишите, у кого похожий. Посмотрите, какая Катя красавица. Ну, может быть. Ну, она похожа, как бы. Ну, просто это такая игра для развлечения. Как бы вот вы нам пишете, мы рисуем, мы с вами стараемся играть. И сегодня мы нарисуем как минимум 4 рисунка, сердечко и все такое. Так что оставайтесь с нами. А сейчас будем рисовать лол. Хорошо. Ты лол. Все, давай лол, давай меня рисунок. Рисуем лол. Сейчас.